Знакомьтесь, профессор Роман Олейников, криптограф, специалист по IT-безопасности, преподаватель, приглашенный профессор в Бергенском университете и зимней школе информационных технологий в Финсе, Норвегия. Роман – профессор Харьковского национального университета радиоэлектроники Украина и главный научно-исследовательский разработчик в АО Институте информационных технологий. Олейников – квалифицированный лектор по вопросам информационной безопасности с докторской степенью и степенью хабилитарного доктора по симметричному шифрованию. Он обучает программной и сетевой безопасности, общим принципам криптования и теме криптовалют в Украине, Южной Корее и Норвегии. Он успешно участвовал в разработке блочного симметричного шифрования «Калина», криптографической хэш-функции «Купина» и занимался обучением украинских сотрудников киберполиции. Сейчас он работает над технологиями на основе блокчейн в команде «Input-Output», ориентированной на гибкость и улучшение безопасности.